братья и сестры, всех вас приветствую из города Твери. Через пару минут начнется семинар по истории христианства, и записи этого семинара, я надеюсь, вы посмотрите. И собирается народ, собираются люди, и занимаются разные церкви, верующие. Я думаю, что если у вас после просмотра этого семинара будут вопросы, то вы можете их задать на нашем сайте, оставить эти вопросы свои и, в общем-то, молитесь за город Твери. Я думаю, что сегодня и завтра буду говорить об этом также. И пусть Бог благословит вас, пусть Господь утешит вас и будьте с нами. До встречи на земле и на небесах. Аминь. Thank you.